На Лазурном берегу в 71-й раз состоялась торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля и кинорынка, проходящего в его рамках. Впервые на этом важнейшем для профессиональной киноиндустрии событии был представлен павильон Узбекистана, двери которого будут открыты для международных специалистов до 19 мая. С фестивальным фильмом пока не получилось, однако современному узбекскому кино есть что показать. 8 мая на Лазурном берегу Франции стартовало самое яркое и долгожданное событие мировой киноиндустрии – 71-й Каннский кинофестиваль. А главным сюрпризом для узбекской аудитории, которая, конечно же, наблюдает с экранов телевизоров за этим престижным, одним из старейших и широко освещаемых событий в мире киноискусства, стало то, что впервые на фестивале был представлен и национальный павильон нашей страны. Это, можно сказать, историческое событие стало весьма значимым шагом в развитии отечественной киноиндустрии – повышение ее статуса на международной арене. Павильон создан при содействии Союза молодежи Узбекистана и Центра развития кинематографии. Это просто чудо, что мы представляем Узбекистан на этом престижном событии. И вдвойне приятно, что в нашей стране оказывается доверие молодежи, поддержка в реализации наших инициатив. Ведь Союз молодежи играет особую роль в организации национального павильона Узбекистана. Этот фестиваль – огромная площадка для сотрудничества. И мы, воспользовавшись случаем, устанавливаем контакты с представителями разных стран. Как известно, перед деятелями искусства нашей страны были поставлены новые задачи. И сегодня мы уже можем наблюдать результаты их реализации. Есть такая пословица: «Добрый сосед приятнее разных почестей». На Каннском кинофестивале павильон соседнего Казахстана оказался бок о бок с нашими соотечественниками. Представители братского народа первыми поздравили узбекистанцев с открытием национального павильона. До 19 мая двери национального павильона нашей страны будут открыты для всех участников Каннского кинофестиваля, представляя богатый потенциал Узбекистана и возможности, которые наша страна предоставляет иностранным партнерам.